70-летняя Халида Рахимова для участия в велопробеге приехала из города Кант. И не одна, а с двумя внуками. У нее есть цель – добраться до Иссык-Куля на велосипеде. Все выдержали мы, сейчас хотим куда-то подняться еще вверх. Ничего. У меня хоть велосипед простой, не скоростной, но не отстаю от других скоростных. Вот моя внучка в 5-й класс перешла. Сами сюда, посмотри сюда внимательно, внимательно. Скажи, пожалуйста, ты не устала? Нет, я не устала. Это очень хорошо, что так мы занимаемся с бабушкой. Я с детских лет уже с ней ездила. Стартовал велопробег на пересечении улицы Масалиева и проспекта Чингиза Айтматова. Конечная цель – Ортосайские холмы. Дорога на панораму проверила велосипедистов на выносливость. Впервые принимающие участие в велопробеге отметили нелегкость маршрута. Дорога хорошо. По этой дороге первый раз езжу. Но достаточно хорошо. Пошел, величие жил чего там. Джулая, это толбол вот этот. Берег, барабатался и клаус, да? Специально горный велосипед, фитбайк. Для горной местности, точнее для нашего Кыргызстана. Эйн биринчиден ден солуқа пайдалу. Мен өзім кесуім бойынша дарыгерім. Өзім да білем дегенде. Ошон үшін 3-4 жылдан бері тейіп жүрөз, чемпионаттара қатышып жүрөз. Веломарш в Бишкеке проводится уже в 15-й раз. В первый раз в акции приняли участие только 20 человек. И, по словам организаторов, количество любителей активного образа жизни растет с каждым годом. Мы очень рады, что сегодня все получилось. И то, что у нас все-таки велопробег состоялся, например, в Токмаке, он был запрещен. Вот, мы очень рады, что все-таки нам удалось это осуществить. Велопробег состоял из двух этапов. Один прошел по городу, из парка здоровья до 12-го микрорайона. Потом участники вернулись обратно на место старта. Оттуда мы объявили второй неофициальный, ну, мы его так всегда называем, старт сюда, на Ортосайские холмы, Бозболток. Также, как отметили организаторы, следующий велопробег состоится в конце апреля. В связи с тем, что это была первая в этом году акция, расстояние до финиша было сокращено. И с каждым разом оно будет удлиняться, говорят они. Аяна Байзакова, Чингиз Джумагулов, Алатау 24.